Так, друзья, утепляем трубу. Холодная вода у нас здесь вот идет на бойлер. Вот так пойдет она на котел, да и на бойлер сюда пришла, вот заходит бойлер. Как я раньше показывал, вот холодная вода зашла, краник, обратный клапан, тройник, от тройника в бойлер заходит и отсюда идет на расширительный бак. Вот сейчас бойлер нагревается у нас, да? Он когда нагревается, кран если в доме закрыт, воде деваться некуда. Она и сюда не может пойти, и туда, когда не может пойти. То есть, если обратного клапана нету, она попрет обратно в холодную магистраль. Чтобы она в холодную магистраль не шла, эта вода у нас стоит обратный клапан, она ее не пускает сюда, дальше на подачу холодной воды, и давит ее в расширительный бак. Тем самым у нас экономия теплой воды. Вот как-то так. Вот сейчас начинает уже греться. 40 градусов. Все, запустили бойлер. Так, вот тут вот такие сэндвичи собрали. И будем их вот сюда вот так одевать. Короче, вот такую гирлянду сделали. Сейчас ее клеить будем. Вот сюда. Все, давай ее сюда подавай. Вот так.